Привет всем, привет всем, с вами Лига Музык а сегодня у нас открытие подарочков. Как раз последний день предпоследней волны. В общем, что будет в последней волне неизвестно, все ждут крионизатор. Ну не знаю, ребят, я ничего не буду говорить, ничего не буду загадывать, завтра все посмотрим. Сейчас пойдем по подаркам. И что же у нас среди наших больших подарков? Ребят, я уже говорил, что я потратился на волну вместе с фиником и расширителем оставшиеся последние рубины. В общем, ничего не осталось в эту волну. Вот все, что есть, короче, у меня есть. В основном бесплатки здесь. Ну, как бы, сколько, говорит, звезд заработал, столько и потрачу. Ну, если ничего не выпадет, ну, честь или хвала. Как говорится, финик не падал 4 года так и продолжает не падать. Расширитель как остался шестой с прошлого года, так остался шестой. Если выпадет седьмой, ну вообще классно. Поясок 22 у меня. Ну и, конечно же, последний у нас призрачный воин 9. -й. И почему же открываю я сейчас? Чисто из-за кольца, ребят. Кольцо еще будет 5 дней. Соответственно, еще последняя волна у меня тоже, видимо, с кольцом будут веселье. Но я вам вангую, ребят, не выпадет ничего, кроме кольца. Как вы видели, да, манипулятор мне выпал, с без, ну, с, ну, получается, с этих ящичков, вот, с этих вот. Теперь он у меня седьмой. Я буду ржать, если я его выкачу на десятый, а все остальное просто физически не упадет. Ну, это смех смехом, конечно, но чем черт не шутит, да? Ладно, давайте, короче, с этих подарочков. Итак, ну, по возрастанию видосик будет коротеньким. Ну, имею в виду, ваше мнение, конечно же, по дропу оставляйте в комментариях. Ну... Что я могу сказать? Давайте с Богом. Итак, итак звезды, итак звезды. Просто хочу звезды на последнюю акцию. Так, 4 средних подарка. Ну, конечно, не стоило веселого ждать. Поехали, посмотрим по этим. Блин, как звезды падали, так и падают. Ну, вообще, если честно, тут, конечно, наглость такая. Я пришел сюда с девятым кольцом, да? Типа, давай что-нибудь хотя бы, да, падай. <смех> <смех> Кому там он не падает, ребята? Блин, мне ничего не падает, кроме этого манипулятора. Да что ж это такое-то? Что же издевательство-то надо мной вообще просто? Я говорю, что... Ну хотя бы звезды будет на последнюю еще акцию. То есть я еще там выкуплюсь. Но! О, хорошо, генетики насыпал. Ну, давай, Еба. Ну все, да? Нет, еще один. Давай, еще один. Ну, нету, короче. Нету. Нету. Манипулятор падает. Все остальное не хочет. Вот просто не хочет. Ну да. Жуткая печальная печалька, короче. Давай, блин, да хоть что-нибудь-то должно падать-то, японский ты городовой. Ну не бывает же такого вообще, просто что прям ноль. Ну вот просто, сука, ноль. Генетики вообще сыпят мне, конечно, вообще на, на просто на ура. Там должно хоть что-то то выпасть вообще. Ой, призрачный воин десятый. Наконец-то! Наконец-то собака, ты такая, блин. Просто вообще. Да, ты... Из фразы нереально. Вот вообще просто нереально. Где же, говорит, расширитель? А нет, расширитель, да? Вот я говорю, генетики мне сыпят вообще на ура. Я специально, чтобы ринги еще покрутить, я завтра еще ринги, короче, скину. То есть те, которые у нас остались. Ну, конечно, не стоило ничего ожидать, просто жалко, вроде высточился, все потратил, короче, и нет ничего, как бы, ну. Итак, сука. <over |fo|> Блять, ну как такое-то может быть-то? Короче, финика шрить, ребят, мне не падают вообще просто физически не падают. Ну, то есть, на последнюю волну, короче, у меня 3000 осталось еще векселя. Сейчас я понабью. Четыре с половиной тысячи квидов, ребят. Четыре с половиной тысячи. Я еще соплю апну, то есть, соответственно, до конца и все. Ну и, ребят, манипулятор частиц у меня теперь уже восьмой. Блин, вот самое интересное никому не падает, зато мне этот манипулятор падает. А все остальное вообще просто в полном игноре. Ну, если, конечно, закинуть огромное количество бабок, то он, видимо, и ну, выпадет. Ну, а я думаю, что я забью, наверное, хер. Ну, то есть, на все про все, как у нас говорится, если оно не падает, то оно не падает. Давайте. Лайк самому удачному доктору, короче. В общем, финик третий, так и остался. Расширитель шестой, так и остался. То есть оно не падает. В общем, ну вот как-то как, -то, как -то так. В общем, посмотрим, что завтра по обновлению будет и что выпадет. Ну, можете предположение писать в комментах. Ладно, всем счастливо, всем пока.